Не думал, что ты справишься с Донной Мороз. Но тебе в Америке пришлось еще хуже, ведь так? Ты мне нравишься. Я хочу поговорить с тобой о Розе и Миранде. Да входи же. Не бойся. Это не ловушка. Что ты задумал? Твою мать. Мия! Правда, глаза твои? Так и знал. Ты хочешь убить меня, как и всех, а потом пойти спасать Розу, да? Я верну свою дочь. Да нет, ты крепко ошибся. Прости, что с вами. Ты присядь. Слушай, Итан, ты часть игры. Да о чем ты говоришь? Может, хватит игр? Ну-ка, сядь, сказал! Мисс Гигантская Сука. Стрёмная куколка. И водяной дебил. Еще не усек. Это тест. Достоин ли ты занять место в семейке мира? Я вообще не хочу быть в семье Миранды. Как будто я хочу, но так вышло. Я следующий, да? То есть я мертв, а ты на коне? А хер! Да я срать хотел на твои личные проблемы. Я просто хочу спасти Розу. Я тоже. Ты хоть понимаешь, сколько силы в этом ребенке? Даже Миранда боится. Последний раз! Заткнись, урод! Ты и я, Итан. Мы вместе спасем Розу. Из нее уже точно сотрем Миранду в порошок. Слышь ты, мудак, моя дочь не оружие! Ты зря. Лучше не проверять, что там внизу. А я бы рискнул. Сам напросился. Сука! Сука!
тварь! Ебанутое место. Надо подняться наверх. Хотите что-то купить? У меня есть новинки. Дайте знать, если захотите усилить оружие. Одну минуту. Все хорошо, я закончил. Один из самых популярных товаров. Вот на что вы глаз положили.
Еда — это жизнь. До новых встреч.
это полезная вещь.
Я мечтал, что мы объединимся против этой чары мира. Я очень не разочарован. Она похитила меня. Марс сделала своими детьми. Заперла нас в деревне. Мы прислуживали ей десятки. Ты хоть понимаешь, Итан, насколько это унизительно? Я не так понимаю. Я хочу лишь освободиться от этой сучары. Мне нужна сила. Достаточно силы, чтобы уничтожить ее. Вот плоды моих стараний. Сильные уничтожат слабых. Так устроен наш мир. Зря ты отверг мое предложение, Итан.